Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. У меня сегодня тишина, только чирикают птички и начинают просыпаться дети, которые учатся со второй смены. Первую смену я уже увезла. Значит, что мы сегодня готовим? Вот эта наша готовка будет ровно столько, сколько длится это видео. Я не буду ничего вырезать, как оно есть, так и есть. Этот рецепт с моего детства. Мама всегда нам готовила. Не знаю, может быть, это было из-за дефицита какого-то или еще чего-то. Не знаю. Это блюдо, даже не назвать блюдо, наверное. Это рябчики. Почему это название, я тоже не знаю. Но вы уже приготовили яйца, молоко, да? Все остальное, что я сказала. Единственное дополнение – это хлеб. Это черствый вот такой хлеб. Можно использовать батон, свежий хлеб. Но чаще всего мы используем тот хлеб, который вот, вот этот уже есть у меня не будут. Потому что он черствый. Покупаем постоянно свежий хлеб в горячей пекарне. Вернее, в пекарне горячий хлеб. Поэтому вот этот вот есть они не будут. Значит, у нас может быть два развития событий. То бишь, с этого, то, что у нас есть, можно сделать два вида. Сладкое и соленое. Значит, ну что, приступим, да? Давайте. У меня здесь 6 яиц. Я делаю маленькие порции. Значит, первый пойдет у нас... Какой пойдет первый? Давайте сладкий сделаем. Ну, вернее, то, что можно есть с этим... С вареньем, со сметаной, со сгущенкой. Я делаю 3 яйца. Все. Добавляю сюда немножко соли. Ну, сахару также. Немножечко, на глаз. Ну, примерно, уже каждая хозяйка должна знать. И соды. Чуть-чуточку совсем. Доброе утро, страна. Вот. Все это взбиваю. Яйцо, 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 яйцо. Такое вот готовим иногда. Бывает, знаете, вдруг внезапно пришли гости. А так смотришь, у тебя ничего вроде бы такого нету, да? А хочется чем-то угостить. Потому что чай мы любим пить всегда. Влили молоко. Сюда. Так, и добавляем муку. Тесто должно получиться, знаете, у нас такое, чуть-чуть гуще, чем на блины, наверное. Либо, может, такое же. Все, мои попросыпались. Все. В общем, вот такое тесто мы делаем. Молочко, яйцо, мука и все остальное. Не шатайте мне, пожалуйста. Можно взбить все это блендером, миксером или чем-нибудь. Ну, я по этим венчикам. В детстве-то у нас не было. Что хотите? Скажите. Сахар вам надо? А, вы кофе пить начали. Так вы в сахарницу положите. А ты без кофе, без сахара пьешь. Я с утра... Так, не шатаем. Странно, а что это вы все... Они не хотят показываться, все сонные. Вот такой консистенции получается оно. Даже чуть-чуть густоватое. Нет, нет, нормальное. Забили, чтобы не было комочков. Все. Режу хлеб. Сухой. Ну, как сухой, не совсем сухой, но... Сидит по его маме. Хрустит. Не толсто режу, где-то по сантиметру. Еще минус, когда готовите с мягким хлебом, оно может быть может рассыпаться. Я хотела сразу две порции сделать, ну и соленое, и сладкое. И потом поняла, что маленьких мисочек вот таких у нас практически нет. Нашла одну. Значит, так. Вот, вот она треснутая, я уже посмотрела. Вот этот хлеб я режу вот так, сюда дальше встану. На 3 части. То бишь вот так срезаю. Низы и потом разрезаю верхушка. Получаются вот такие кусочки. Сейчас я поставлю. Ну давайте перейдем на другой стол.
Ну что, приехали? Перемещаемся. Перемещаемся. Мы подъехали. Пошли к сковородке. Ну, вот так. Видно все будет нормально. Включаю газ. Газовая плитка у нас пока такая. Потому что индукцию мы разбили. Так, 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 так. Пока греется масло на плитке. Сейчас оно. Я в это время замочу. Так. Меня можно не смотреть. Нет, все-таки оно чуть-чуть густовато. И могу я долить сюда немножко, капельку буквально воды. Переборщила муки. Надо же, чтобы хлеб пропитался. Все, пока масло греется, замачиваем наш хлеб. Эль, дай мне, пожалуйста, вилочку. Думаю, что-то я забыла. Замачиваем, пусть он мочится, лежит. Давай, спасибо. Пусть он пропитывается. Ой, Ромыч пришел. А что вы такие тихие, аж странно как-то? Сонные. Сонные, не проснулись еще? Угу. Оно хорошо должно пропитаться. А я уже проснулся. И все равно не проснулся, да? Нет, ты встал давно, да? А проснуться еще не проснулся. Я уже давно проснулся. Нет, Ром, ты меня не понял. Ты встал, как говорится, тебя поднять подняли, а разбудить забыли. Я сам поднялся, сказал, что он меня... Поэтому вот это очень быстро, так масло у нас... Ну, чтобы надо, чтобы он такой хорошо. Нет, рябчики. А ты вот не видел, да, ни разу рябчики? Мы ни разу не делали, да, Рома? Не а? Мы делали. Да? Так, ну все, масло кипит. Так, выкладываем. Наш хлеб. Главное, чтобы он хорошо пропитался, чтобы в каждую поринку попала вот эта вот наша жидкость. Плохо у меня подогрелся маслом. С этого, с мягкого батона, конечно, оно получается еще воздушнее, еще вкуснее, но они разваривают, раз это снимать тяжело. Андрей Михайлович, ты мне можешь пока кофе налить? А? Да. Тебя все равно здесь не видно. Что за статья? Вот они. Вот так. Я говорю, это готовится очень быстро. Вот это можно с вареньем, с медом, со сгущенкой. Кушать. Можно потом разогреть в микроволновке. Они тоже будут пышные. Ничего сложного, да? Так, что мне надо? Чтобы приготовить сейчас вторую порцию геля, дай мне тарелочку, чтобы я это вылила и приготовила. Давай маленькую вот эту, да, в этой хватит. Сейчас еще сделаем одну эту. Все, наши рябчики поджарились. Сейчас, сейчас, сейчас. Если они хорошо пропитаются, там не ощущая хлеб, не чувствуется. Вот. Значит, это у нас сладкий вариант. Да? Я пока выключаю эту. А, нет, я пока... Все-таки включу, дожарю. Здесь три штучки у меня остались. Геля, станешь дожаривать, пока я вторую буду делать порцию других? Ангелина перевернет. Так, все. Ну и остальное мы позже дожарим. А мы пошли с вами готовить дальше. Кого? Статья какая-то перечем. Ты кому-то добро давала, сопитесь? Да, 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 да. Да, так, хлеб мы убрали. Ага, а кто у меня забрал это? А?
Кто у меня забрал? А, Геля, дай мне вот эту штуку. Венчик. Да. Сейчас доделаем мы это. Соленое. Вот с кофе, сладким кофе я, конечно, люблю больше то. А с чаем я люблю те, потому что чай я пью без сахара. Все. Опять же, разбиваем яйцо. А куда я буду делать? Добавляем. Сахар сюда уже не добавляем. Ох, ложку. Вроде бы уже все приготовила, либо я все убрала. Давай. А? Кто я? Нет, солнце, я доделаю и потом пойду. Соль? Не буду я смотреть. Надо там на улице, наверное, да? Вот она. Вливаем воду. Налила воды. Это многовато. Сейчас возьму этот. Яйцо еще. Мама, тут на блок. А? Тут на блок. Но. Здесь вода нужна так, ой, немножко. То бишь получается типа омлет. И также немножечко на кончике там добавляю соды. Переборщила. Воды. Воды надо чуть-чуть. Можно молока, можно воды. Точно так же, а где досточка? Вот она же. Я растерянная, совсем-совсем растерянная. Муки сюда уже не добавляем. Также режем хлеб. Еле сняла, да? И топим. Топим, замачиваем. Вот это я говорю, люблю со сладким кофе. Что, поехали? Что? Геля пережарила чуть-чуть. Такие рябчики у нас получились. Включаю эту плитку. Вот на белую собаку так. Смотри. Кто с лестницы упал? Я. А, да, у нас лестница такая. Она нормальная. Если бы они на ней не бегали. Все, хлебушек наш пропитался. Вот это, наверное, вообще часто все делают. Ну, я так думаю. Ну, утречком, ну, это вообще хорошо. Геля запомнила, как делают. А то вот геля нет. Ну, и геля нет, еще геля такое еще не сделала. Все. Ой, растянула. Желток прицепился. Неуклюжая. Поэтому не видно, можно лопаточкой сделать. Геля, давай вторую тарелочку нам для вот этих. Что то рябчики, что это рябчики. Может, как по-другому еще, Андрюш, называются? Не знаю. Не знаю. Ой, забыла. Гренки? Нет, гренки же это жареное такое. Ой. Это не гренки, наверное. Мама называла рябчики. Конечно, кто сидит на диете, наверное, это будет жирновато. И хлеб, и масло. Ну, а кто нет? Ну, в принципе, я не сижу на диете. Ну, вечная проблема, что похудеть и похудеть хочется. Ну, вот такое все равно я себе могу позволить. Где мое кофе?
Даже ему тряпочку я сотру. Ну, значит, с вами мы это пожарили. Без вас я потом все это дожарю. Сейчас со стола. И буду пить кофе. В общем, два варианта. Какой вам больше нравится? Это соленый у вас получился омлет с хлебом сразу. Замочила. И пока вот жарится партия, можно, чтобы следующие уже мочились. Омлетом запахло. А? Омлетом запахло. Что-то жарко. Ну все, пока эти замочатся. И вот так мы уже использовали, получается, вчерашний, даже позавчерашний, по-моему, это хлеб. Сейчас. Дай. Чик-чик-чик. Видите, как у меня быстро. Пока я там, Геля уже здесь. Два варианта рябчиков. Сколько у нас? 16 минут. Ну вот на маленькую семью, ведь вам этого достаточно. Это нам нужно больше времени, чтобы накормить нас всех. Папа, я тебе потом скажу. Нас всех, нам надо будет это больше приготовить. А так, пробуйте. С утречка пораньше встали, проснулись, потянулись и приготовили. И легли спать обратно. Нет, ты мне кофе дал. Вот мне папа дал кофе, и вот я с кофе буду... А что вы стоите? Себе чай наливайте сами. Это вкусно. Ну, да, говорит. Ну, о вкусах, наверное, не спорят. Но мне это нравится. А вот это нравится. Чай не сладкий и с вареньем. Это можно сказать, я позавтракаю. Пообедаю. Ну, может быть, и поужинаю. Потому что во время всего дня, когда что-то готовишь, пробуешь, и к вечеру я практически не кушаю. Ты чай не будешь? Ну, на этом все. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Понравилось или нет. И вот такого формата видео нужны или нет? Будем искать какие-нибудь такие рецепты. Не то, что искать, вспоминать, что мы делаем быстро. Хорошо? Всем пока-пока!